Какие конкурсы очень важны? Это является мотивацией. Мотивацией для того, чтобы люди развивались, не стояли на месте. Я призываю всех наших сотрудников, обвальщиков, жиловщиков развиваться, не стоять на месте и участвовать в проводимых нами конкурсах. Я работаю в компании чуть больше 5 лет. Работаю с 2016 года. Я работаю уже более 6 лет. В компании я работаю 12 лет. 15 лет. Я работаю уже 9 лет. Чтобы добиться успеха в нашей профессиональной деятельности, необходимы 2 качества – упорство и терпение. Ставить перед собой какие-либо высшие цели. Надо просто трудиться и совершенствовать свои навыки. Меня вдохновляют перспективы и личный рост. Работа интересная, помогает развиваться как физически, так и умственно. Мы как социально ответственная компания, в принципе, стараемся думать о развитии наших сотрудников, об их социально-бытовых условиях. Ну и, конечно же, немаловажно для нас, чтобы наши сотрудники развивались и получали новые знания, навыки на наших предприятиях в течение, в процессе работы. А данные конкурсы, они, я считаю, подстегивают, стимулируют сотрудника развиваться, создают здоровый спортивный интерес в коллективе для того, чтобы выделять лучших среди равных. Для успеха в моей профессии нужно желание, во-первых, хорошее настроение и хорошие люди. Скорость, качество и аккуратность. Чисто, быстро, аккуратно работаю. Конкурс для меня – возможность доказать себе, что я многое могу. Это проверка в первую очередь себя, чего ты стоишь в своей работе. В конкурсе я получил опыт и приз. На юбилей компании я хотел бы пожелать процветания всей организации и здоровья всему коллективу. Карьерного роста, целеустремленности. Больших успехов и дальнейшего развития. Поздравляю Агропромкомплектацию с юбилеем, с 35-летием. Желаю процветания и развития. Расширение для того, чтобы больше людей работало в нашей компании. Коллегам желаю здоровья, счастья и успеха.